Ой, не говорите, что нужна батарейка. Что за фигня вообще? Ну нормально это? Как красиво! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня у нас будет видео фикс прайс. Готовимся к Хэллоуину. Юху! На самом деле, к этому празднику я отношусь очень странно. Ну, вообще, я его никогда не отмечала, и, в принципе, даже, по-моему, никогда не была на Хэллоуинах. Может быть, если только случайно в Москве, когда жила, попала в тот день, когда был Хэллоуин, и это так у меня размыто в моей голове. И вообще не понимаю этот праздник, ярко наряжаться, кого-то пугать. Пугать, в принципе, людей — это нехорошо. Они могут и сердечный приступ получить. Поэтому... Не знаю, но для вас я нашла всякие интересные вещи, которые хотела бы просто хотя бы примерить, посмотреть. И да, у меня будет перевоплощение, так как меня просили. Я обязательно сниму, как я перевоплощаюсь в эту маму из семейки Адамс. Помните, у нее такое белое лицо было, черные волосы. И кто-то говорил, что хочет посмотреть на меня с черными волосами. Я в Инстаграм уже, кстати, выставляла фотографию, люди комментировали. Ну, в общем, интересно это будет показать вам на видео. Но не сегодня. Сегодня у нас будет фикс прайс. Что в фикс прайсе? На самом деле, в прошлом году, да, раз в год же Хэллоуина, я покупала что-то для Хэллоуина, и оно еще где-то лежит, где-то осталось. Краски, кстати, какие-то. Возможно, я ими воспользуюсь на перевоплощении. Итак, первое, что я взяла, это, по-моему, новенького, и этого еще не было. Это вот такие вот светящиеся в темноте пальцы. Кстати, я их взяла и не знала, что они светятся в темноте. А потом, где это вообще, в другом магазине, увидела, что такие светящиеся. Думаю, наверное, и мои с фикс прайса тоже светятся. Мне кажется, что это был бы отличный образ. Ну, для тех, кто перевоплощается. Здесь их 10 штук, одна в одной. По-моему, они все одинакового размера. Или нет? Вот так вот выглядят. Сейчас мы их наденем. Да, одного размера они все. Мне так кажется. Ну что в этом есть, согласитесь? Немножко они спадают. Они как бы плотно сидят вот так. Но если двигать ими, они могут немножечко подспадать. Так как при сгибании нашего пальца они раз и слазят немного вперед. Ну, вообще, что-то в этом есть, правда? Ну, в общем, заставка я уже знаю, какая у меня будет. В общем, вот такие вот светятся в темноте. Не будем проверять, как они светятся в темноте. И так видно по ним, что зеленые и фосфорные светятся в темноте. Дальше, кстати, уже давно продается такая вещь, но я ее еще ни разу не брала. Говорю немного тихо, надеюсь, меня будет на видео слышно хорошо. Малыш у меня спит, а завтра ко мне придет племянница. У меня как раз для нее тут есть подарочек. Поэтому надо снять сегодня все. Итак, давайте посмотрим, что это за фонарик проекционный со сменными линзами. Ну, такой себе фонарик. Включается. Ой, не говорите, что нужна батарейка. Твою нехай. Пойду искать батарейку, что делать. Так, искать долго не пришлось. По-моему, здесь... А как плюс-минус? Непонятно. Наверное, вот так. Да, пружинка должна быть на ровную. Так, проверяем. Девочки. Нет, здесь нужна не одна, нужна две батарейки. Так. Теперь. А теперь. Внимание. Ю-ху! Класс. А букашка страшная. Она сейчас очень большая. Вот так это она с мою ладошку. Где-то вот сейчас вот так. Вот, мою ладошку. А больше это она уже с половину меня. Вот такого размера может быть. Реально жутко. И здесь у нас сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. Пять насадок. Паутинка есть. Классно. Можно так, если
интерьер какой-то сделать, такой весь в паутине, там все страшно, туда-сюда. Фонарик просто включить, положить вот так вот, чтобы он куда-то светил. Такая проекция будет. Ну, как декор даже лежат. Ну, пока батарейки не сядут. Я все время боюсь разбудить малыша, и все время что-нибудь случается. В общем, вот такой интересный фонарик. Он продается там уже давно. Еще я увидела необычный такой светильник Хэллоуин. Я не знаю, был он в прошлый раз или нет, но я вообще люблю светильники. Но мне он не нравится. Ну, в плане не нравится. Ну, то есть классно, если бы вот просто был такой светильничек. Включаешь, и он горит. А тут мы включим его, а он не горит вообще. Горит или не горит? Он вообще не горит. Что за фигня вообще? Ну нормально это? Спрайс меня расстраивает. И вот докажи, да, что вот после этого докажи, что ты ничего не делал. Я вот только что вытащила эту штучку. Ну короче, он светится, и там внутри, видите, типа вот привидение. Что прикольного вот в таком светильнике? Я не понимаю лично. Мне не нравится. Зачем я его взяла, непонятно. Вам показать. Кстати, еще сейчас очень много всего уже на Новый год. Нормально? Еще Хэллоуин не настал, они уже Новый год. Я не успеваю видео снимать о новинках. Фикс прайс. Не гоните лошадей, в самом деле. Очень много. Там уже снежинки, елки. И вот такой спрей себе взяла. Думаю, мало ли, может, потом не будет. Спрей для декора серебро. У меня был белый снег. Что ж все падает? Ой, фу, красиво, кстати, смотрите. А что можно делать с этим серебром? Ой. Можно покрасить в серебряный всю елку. Можно серебристое, ну просто напыление сделать. Можно шишку какую-нибудь покрасить в серебряный. Короче, я люблю. Мне вообще хотелось елку белую в этот раз. Фу. И пахнет приятно. Ну, просто он в нос мне резко. Короче, можно такое купить. Там есть серебряный и золотой цвет. Цвета. Еще у меня с прошлого года есть вот такая штука. И она там тоже продается, причем на главной. И она до сих пор у нас светится. Видите? Ну, короче, много таких штучек. Вот она до сих пор у нас есть, до сих пор светится, работает. Мягкая такая. Ну, Данька с ней не особо, если честно, играет. Я не стала брать такую же. Зачем? Еще из нового я взяла вот такой калейдоскоп. Самой стало очень интересно. Кстати, есть там разные цвета, то есть калейдоскоп один, а цвета вот этой штучки разные, красный, фиолетовый. Я решила взять зеленый. Почему? Потому что зеленый не раздражает глаз. Я когда сомневаюсь с цветом чего-либо, да, ну то есть можно взять оранжевый, красный, зеленый или синий, я выберу всегда зеленый, если особенно постоянно нужно на него смотреть, потому что зеленый это тот цвет, который успокаивает. Такое я слышала. В комплект, значит, входит вот такая труба, вот такая штучка, который вот так все играет. И две вот такие резиночки. Я не знаю, для чего они нужны. А, наверное, для того, чтобы не выпадал. Ну точно, ну точно. Так, да, сразу одеваю. Вот. Вот так мы раз и закрепили резиночками нашими. Так. Теперь мы что-нибудь туда вот так льем и смотрим. Как красиво! И вот так вот, и все время разный узор. Переворачиваем, и опять пошло красиво. Мне очень нравится. Красиво. В общем, зелененькие и красненькие тут в основном цвета преобладают. И зеленый, и красный. Так что красный можно не брать. Здесь красного нет, но почему-то... А, вот эта крышка красная. Поэтому, вот, смотрите еще на крышку, какого она цвета. У меня здесь в основном все красное. Сейчас я раз переворачиваю, и появляется зеленое на фоне красного. Я вижу звездочки фиолетовые.
короче, такая штука прикольная. Ну, Денька, наверное, мне не будет смотреть, как я уже сказала. Потому что он еще не понимает. Он скажет: мама, что ты к моему глазу представляешь фигню всякую? В фикс-прайсе еще я взяла вот такую машинку, вот, которую я вам говорю, для племянницы. Давайте откроем. О, она на батарейке. Вот такая вот машинка. Господи, она крутится. Это крутится, кнопка нажимается. О, боже, тут что-то еще регулируется. Она на батарейках. Блин, а что она делает? Это так интересно. Вот вам интересно, что она делает, если туда засунуть батарейки. И нажать на эту кнопку. Племяшки свои так подарю прямо с батарейками. Офигеть. Офигеть. Так, ну как всегда, в фикс-прайсе я взяла детский и туалетную бумагу. Показывать ее не буду. Еще к Хэллоуину в Ашане. В Ашане я взяла, сразу думаю, покажу малому вот такую штучку. Ну, тыковка — это не страшный момент. Тем более тыковки здесь все улыбаются. Я решила взять. Ну, буду называть его мой маленький тыковка. Здесь, кстати, с ножками, с ручками. Размер наш 92, такой здоровенький, тепленький. Мне кажется, как раз-таки классно будет. Вот мы в поезде будем ехать скоро, и там как раз он будет в нем спать. Хотя в поезде часто бывает жарко. Вообще, мне кажется, прикольно. Можно будет где-нибудь прохладно, раз, одел. Классно. Еще вот такие, как тыковка в Ашане, были классные трусики. Я тоже взяла хлопковые. По 100 рублей они были. А вот это, кстати, Хэллоуин, я не помню, честно, сколько стоит. Я же просто его постирала, поэтому не знаю, сколько стоит. Где-то... Там еще были оранжевенькие, вообще прям как тыковка весь. Где-то рублей 300, может, вот так, не буду обманывать. Вот такие трусики по 100 рублей. Классные, мне понравились. Я люблю боксеры ему. Боксеры. Боксеры. И вот такие вот маечки. Решила взять. У меня много белых, просто я люблю чисто белые. Но в этот раз решила что-то вот такие взять маечки. Не помню почем, они тоже по 150 рублей. Хлопок чистый. Мне очень нравится, кстати, в Ашане для мелкого что-то такое вот брать. И еще такая покупка, которая, блин, расстроила меня. Хотела взять малому халат. Вот такой халат. Вот он. Цвет вообще шикарный. Я подумала, представляете, малышня моя такая в халате, крутой по дому ходит. Вообще ни в какую, прикиньте, я его постирала, ни в какую. Ему, видимо, не нравится вот это вот внутри, здесь мягкое такое, начес. В принципе, у нас есть одежда с начесом, штаны и костюм наш новый тоже с начесом. Прекрасно носит, нравится все, ему не брыкается. Но халат, либо то, что это халат, я не понимаю. Я только руку вот его сюда засуну, и он уже сразу такой. Хотя он одеваться, ну, как бы любит, он не капризничает, он нормально любит одеваться и... Прям вот так, прям сними, прям капризничает, ему вообще ничего не нравится. Вот прям, я не знаю почему. Короче, покупка, он стоил 300 с чем-то тоже. Короче, просто выкинула деньги, считай. Не знаю. Ну, такой цвет красивый, в принципе, и девочке подойдет. Может быть, кому-то из девчонок моих подойдет. Потом буду вещи разбирать, когда, как у нас заведено уже, да, у меня есть видео, где я вещи все время разбираю. Так что буду разбирать и положу их в разбор вещей. Либо сразу подарю кому-то. Не знаю. Может быть, племяннице моей, если он подойдет. Да. И что еще я хотела? Все? Все. Так, не хочется с вами прощаться. Так. Точно все показала? Да. Ну, вы поняли, что покупок на Хэллоуин именно у меня не так-то много, потому что я в последнее время, кстати, вообще стала относиться к черепам и вот к такому, ну, как-то не хочу в доме, чтобы это было. Да. Хотя раньше я все время носила одежду, мне так нравились прям черепа, там еще что-то. Это прям такое кричащее что-то было, украшения какие-то с черепами у меня до сих пор где-то есть, лежат. Как бы говорила... Ну, я внутри себя делала, да, мотивацию, почему я ношу, как бы, и сейчас это тоже можно делать. Но все же черепа и всякие такие вещи, там, привидения, там, не знаю, пауки, паутина,
они все-таки вызывают у людей некое какое-то такое, да, вот сжатие. А мне хочется как-то людям дарить наоборот, даже в глазах, визуализации, на слух, на все. Мне хочется дарить что-то хорошее, доброе, чтобы они слышали что-то хорошее, доброе, радостную речь какую-то, да, чтобы они видели что-то хорошее, классное. А, нет, еще. Я начала говорить о том, чтобы видели что-то хорошее, классное. И у меня, конечно же, есть заставка будет на вот это. Это я тоже взяла в Ашане. В Ашане тоже очень много всего к Хэллоуину. А, я взяла кое-какую маску. Сейчас я вам ее покажу. Маска мне это понравилась тем, что она просто капроновая, она недорогая, капроновая и достаточно приятно, ну вот как бы к голове, потому что другие маски резиновые, то они воняют, то в них не, дышать нечем. А эта маска мне понравилась, она стоит до 100 рублей, вот где-то 68 или 90, где-то так. И картинка очень такая яркая, классная. Ну вот это будет у меня заставка, поняли, да? И ногти сейчас я сделаю. Ужас ужасный. Но это не фикс прайс, это Ашан. Но по ценам фикс прайс, поэтому ничего страшного, что я здесь это показала. Вот. И да, мне хочется дарить людям что-то приятное, поэтому в доме я не хочу хранить, пусть люди приходят и видят что-нибудь красивое. У меня сердечки, бабочки, светлые тона, а не черепа там или все. Ну, в фикс-прайсе есть там черепа, копилки, там всякие привидения, такое все. Мне не страшно в этом, то есть я к этому нормально отношусь, и в гости могу прийти, и в интерьер такой поприкалываться. Но так, чтобы это было все время возле меня, не хочется, поэтому я решила не брать много всего этого, и то, может быть, я это задарю кому-нибудь. Все, мои хорошие, я была рада показать вам кое-какие маленькие новинки из фикс-прайса. Может быть, какие-то идеи, кстати, у вас возникли по декору и что-то. Вещички вот такие интересные, тыковка, да, у нас фикс-прайс Ашан получился. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Впереди будет перевоплощение миссис Адамс. Хочу, чтобы вы посмотрели обязательно. Чтобы не пропустить, ставьте колокольчик, и тогда вам придут уведомления. А я вас люблю и целую, прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока.